Nokia 8820 Sirocco. Замена нижнего шлейфа. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 8820 Sirocco». Снимаем нижний шлейф. Он снимается без труда, поскольку приклеен на двухсторонний скотч только в одной области. Нижний шлейф может быть виновником многих неполадок в работе аппарата. На нем находятся контакты микрофона, зарядки, аудиогарнитуры, вибромотора. К сожалению, выход из строя нижнего шлейфа Nokia 8820 Sirocco – неисправность достаточно частая. Также на нижнем шлейфе находится контактная группа 7 контактов, которая используется для программного ремонта аппарата и перепрошивки. Новый шлейф аккуратно прикладывается к корпусу телефона так, чтобы все отверстия и контуры шлейфа совпадали с отверстиями корпуса телефона. Это важно, иначе сборочные винты могут повредить шлейф. Затем пальцами надавливаем на ту область, где к шлейфу приклеен двухсторонний скотч. Нижний шлейф заменен.